Социальные расходы в 2017 году сокращены не будут. Об этом сообщила Гульнара Валиева, заместитель главы администрации города по финансовым вопросам. Состоялась пресс-конференция. Бюджет Стерлитамака на 2017 год будет дефицитным. Согласно проекту, доходная часть составит чуть больше 4 миллиардов, а расходная – 4 миллиарда 100 миллионов. Экономическая ситуация в стране сложная. Оттого местные бюджеты ищут дополнительные источники финансирования, заметила Гульнара Валиева. Особенно учитывая введение новых социальных учреждений. Идет увеличение, конечно, на сегодняшний день числа учреждений. В эксплуатацию ввели 2 детских садика. Кроме того, значит, нам переданы здание «Белая береза» и здание училища бывшего по дружбе 45. На сегодняшний день, значит, на них готова проектно-сметная документация. Мы планируем участвовать в программе по реконструкции этих зданий для того, чтобы на базе этих помещений ввести дополнительные школы. Частично бюджет пополнится за счет роста налоговых сборов с населения, сбора арендной платы и имущественных налогов. На объем бюджета частично повлияли внешние санкции, хотя есть и позитивная их сторона. Мы сейчас развиваем свой собственный рынок, а это главный момент. Да, на это уйдет какое-то время, какое-то, может, 5 лет, 6 лет, но не более. На сегодняшний день средний и малый бизнес, он очень быстро адаптируется к данной ситуации. Завершая пресс-конференцию, Гульнара Валиева добавила, в ближайшие 3 года расходы бюджета также будут превышать доходы, хотя ожидается, что дефицит постепенно будет снижаться. Артем Ланягин, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.